Публичный отчет депутата Государственной Думы от Алтайского края Александра Прокопьева состоялся в Центре общественных объединений Наукограда. В зале первые лица БИИСКа, представители общественности, а также депутаты городской думы. В ходе дружеской беседы были затронуты наиболее значимые для горожан темы. Подобные отчетные мероприятия уже давно стали традиционными. Александр Прокопьев считает, что деятельность любого политика должна быть максимально открытой и прозрачной для общественности. БИИСК – мой родной город, территория, на которой я родился, территория, от которой я избран. В первую очередь я заинтересован в развитии Наукограда и благополучия его жителей. Основная функция депутата Государственной Думы – разработка новых законопроектов, внесение поправок в существующие законы и их обсуждение на заседаниях Думы. Александр Сергеевич состоит в Комитете по охране здоровья и работает в направлении совершенствования медицинского образования, развития науки и новых медицинских технологий. Основная работа депутата связана именно с этой тематикой, но довольно часто люди обращаются и по другим вопросам, совершенно не связанным со здоровьем. Александр Прокопьев работает над самыми разными законопроектами – от социальной сферы до безопасности государства. На сегодняшний день он принял участие в разработке 25 проектов федеральных законов, и это только в 2013 году. В одном из таких проектов о гражданстве в Российской Федерации депутаты предложили сохранить российское гражданство за детьми, которых усыновляют иностранцы. Сегодня усыновителями российских детей являются граждане более 20 зарубежных государств. Не всегда, к сожалению, не всегда переезд становится или идет на пользу ребенку. Сколько случаев, когда на слуху, когда приемные родители издеваются над детьми. А если преступление совершается в отношении малыша, который лишился российского гражданства, наша страна может об этих злоупотреблениях, фактически преступлениях, и не знать. Поэтому мы предложили оставить за ребенком российское гражданство, чтобы иметь возможность помочь ему, если возникает такая необходимость. Ключевой законопроект, одним из авторов которого является Александр Прокопьев, призван ужесточить ответственность за фальсификацию лекарственных препаратов. Сегодня у надзорного ведомства нет полномочий, связанных с выявлением и возбуждением конкретных уголовных дел по данным преступлениям. В начале этого года депутат провел в родном городе заседание общественной палаты, где рассказал о готовящемся законопроекте, ужесточающем наказание за подделку лекарств. Фальсификация лекарственных средств – это в первую очередь организованная преступная деятельность достаточно больших масштабов, даже, наверное, в международных масштабах. Поэтому, в том числе, законопроект носит такой международный характер. И, соответственно, это получение не только, наверное, прибылей как таковых, незаконных прибылей, а получение сверхприбыли. Но рассматривать этот законопроект стоит в первую очередь, конечно же, исходя из того, что идет откровенная угроза и жизни, и безопасности наших граждан. По мнению депутата, в приоритете для него все же остается родной город. Это и понятно, ведь работа в Госдуме ведется в том числе и для бичан. Ровно год назад по инициативе Александра Прокопьева в нашем городе была создана общественная организация «Территория развития». Под ее патронажем уже реализовано немало социально важных для бичан проектов. Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Восстанавливается лесопарковая зона квартала АБ, наводится порядок в городе, оказывается помощь детям-сиротам. Ваше мнение, предложения для меня принципиально важны. Они помогут сделать депутатскую работу более предметной.